Даже вот так вот сделаем. Пусть так будет растянут немного. Стояк трехэтажный там у людей. Да! Дадим бой импотенции. Новая игра, старт. У меня наверняка нифига не открыто. Я на самом деле купил и не играл. Я играл в пираточку какое-то время. Потом его купил. Но в купленную не играл. Вот такая история. ASMR стрим. Даешь ASMR стрим? Даю. Я всегда все даю вам. Вы ведь только попросите. Я сразу же дам. Say, pal, you don't look so good. You'd better find something to eat before night comes. Хорошо, я найду что-нибудь поесть. Короче, в чем суть игры? Мы должны выживать. Собираем всякое дерьмо и выживаем. Конечно, мне понадобится палочка. Бабочку я не могу подобрать. А, я могу, кстати, поймать бабочку. Шутки за 300. Я вам что, Хованский, что ли, тут? А что я могу делать с палочками? А, из палочек я, наверное, могу сделать костер потом. Я забыл. Как сделать топор? Топоры. А, топор. Две палочки. А, две палочки и один камешек. Мне нужно найти камешек. Хорошо, грибочек. Да, детка, скажи еще этот шепотом, да. А вы знаете, вы можете мне набросать, например, какую-нибудь пасту найти, ссылочку бросить, и я ее зачитаю. Мне вообще очень нравится тема пасты, то есть не то чтобы мне сами пасты нравятся, мне нравятся истории. Короткие, остроумные, оригинальные истории. Мне, ну, очень нравится такая тема. Я их с удовольствием читаю, я даже какое-то время хотел заняться, записывать эти самые пасты, но потом передумал почему-то. Мне просто кажется, да и мне люди говорили, что я именно интересно рассказываю. Меня интересно слушать. Блин, меня так дико прет этот голос этих сумасшедших кроликов. Зафигачу топором! Нет, не зафигачу. Так, когда там ночь уже скоро идет? Мне кажется, этой игре чуть-чуть не хватает... Ой, черт, пчелы. Знаете? Я сегодня такой... вышел на балкон, а я на балконе... Сегодня погода очень хорошая была, а я на балконе поставил табурет. И я такой... О, как замечательно, я могу сидеть на балконе, на табурете и наслаждаться хорошей погодой. И отдыхать там вовсю. И такой я выхожу среди дня, я пообедал, выхожу на балкон, а на моем табурете сидит огромная оса, я такой, ну нахер, ушел оттуда. Оса унизила меня, выгнала из своего же балкона. Особенно интересно слушать голос, говорящий шепотом. Я не буду бить пчелу, я знаю, что после этого будет. На меня нападут все гребные пчелы. Я бы предложил Циву поиграть толпой, но версия со всеми дополнениями не у всех есть. Не, в Циву толпой не пойдет. В Циву максимум 3-4 человека могут играть. Иначе это будет просто дичайшая, унылая вещь. То есть сразу много людей, и нужно всех ждать, пока они там сходят. Тем более, да, у меня только оригинальная Цива, но дополнение надо прикупить. То друзья все время играют, зовут с ними, а я сижу, говорю, нет, я пойду в Доту. Сейчас топор сломается. Ну еще рано, я еще успею. Сетку надо ставить. Да, я знаю, тут надо ставить сетки, ловушки, но пока мне не до этого. Да и вообще, мне кажется, это неоправданно. А вообще, мне нужно выбирать место для ночлега, наверное. Я отойду в подальше глубь. Ой, господи, подальше вглубь острова. Мне показалось, что вот этот вот член. Ну да ладно. Рэббит Холл. Должно быть, это ведет в царство Баннимена. Доминирование осы. Ну да, оса унизила меня. Ударь пчелу. О, черт, становится темно, да? Сейчас мы сделаем костерок и отдохнем. Кэмпфайр. Ну, давай поставим кэмпфайр.
Да, вот если бы там был комар размером с Марианскую впадину, это было бы хуже. Я вообще, меня дико бесит, что вот сидишь ты такой летом. Тут в окно залетает какая-нибудь гигантская еботень размером с твой кулак. Ну, то есть она сама крошечная, у нее гигантские лапы. Я такой, ну нахер, уходишь оттуда. Давайте осмотрим, что мы насобирали. У нас есть семена, палочки, трава, шишки. Шишки. Ягоды, главное, есть, можно поесть немного. Я, по-моему, когда играл в последний раз, у меня вот умственные способности пошли на низ, пошли на нет, и я сошел с ума. Кажется, так было все. Я так и не придумал, как это поднимать. Я что-то нагуглил, что надо венки делать, но не срослось. Вот, кстати, кирка очень хорошо. Я не могу ничего сделать. А, трава нужна, у меня нет травы. Для большой фигни нужны камни, но камни я сейчас набью. Факел. Пикекс. Еще один топор мне понадобится, да. Science. Но на самом деле... Это паста? Мне вбросили пасту? Будучи учениками 11 класса, надрались в освободившейся по случаю квартире друга нашего Андрея. Андрей, собственно, оказался самым неподготовленным к обилию возлияниям. Где-то за час или два до прихода его родителей он отрубился. Признаков жизни, окромя тихого посапывания, не подавал. Опасаясь его наказания, мы решили спасти друга. Завернули его в ковер и поставили стоймя за гординами. Я не знаю, что такое гардины. План почти сработал. Андрея родители обнаружили только спустя час после прихода. По запаху, так как он в этом ковре обосрался. Хорошая история. А еще хуже, если ты спишь спокойно ночью, а в комнату залетает комар и начинает повсюду пищать и кусать. Да, и он такой над ухом у тебя летает, такой, блин, где это дерьмо, почему оно летает у меня над ухом? Пытаешься ему отмахнуться. Жри цветы от безумия, хорошо. Бесит вся эта мошкара. Благо дома у меня эти были стеклопакеты с сетками, было все хорошо, я не парился. А тут вот нифига нет. И я боюсь этого дерьма. Все пойдет очень плохо. На самом деле, Don't Starve очень долгая игра, мне кажется. И в нее особо не наиграешься. Жри цветы, сука. Да не жги цветы, а жри цветы. Нифига не повышает сум. Ну, хоть поешь морковки. Так-то лучше. А, так-так, давайте. Сэплин. Взял течем. Собираем цветов еще. О, черт! Что оно делало там? По мне, как-то такая рисовка не очень подходит такому жанру выживи. Она больше подошла для какого-нибудь квеста с графой а-ля в стиле Бертона. Ну, ты знаешь, такая рисовка очень добавляет стилю. Благодаря визуальной составляющей эта игра именно так и чувствуется, что вот безысходность, такое вот все жуткое, такое неприятное. Мне нравится в целом. Для квеста, мне кажется, слишком просто. Для адвенчура, для квеста нужно посерьезнее прорисовывать. Топор, сломали мы топор. Надо набить камней, чтобы сделать большой такой костер. Будет дольше гореть, будет лучше. Камешки, наберем камешков, это всегда хорошо. Стоп, я что-то... А, мне, наверное, карточки выпадают. Куда пойти? Вот там желтая, мне там больше нравится. Там наверняка что-то хорошее. Вряд ли. Потом ищешь этого комара по всей комнате, не можешь успокоиться, пока не убьешь его. Блин, ну, знаешь, story of my life. Все время такая фигня. Ну, я думаю, да у всех так. Ну, комары адская фигня, просто ужасно бесит.
Где камни? Мне надо набить камней. Давай. О, отлично. А я не могу? Да, могу. Собираем камни. Собирать! Собираем траву. Чё, чуваки, вы замолкли-то? Вам весело хотя бы? Мне кажется, глупо спрашивать, весело ли вам. В конце концов, я играю, вы смотрите. Так, ты не все камни подобрал, урод. Замочить, замочить! Нет, не замочить. Я от комаров прятался под одеялом. Комары контролировали мою жизнь. Ну вот вечно они... Это как известная паста о том, как... ну да, бетарда, насекомый... По-моему, там был паук, унижал в собственном доме. Да, да, весело. It's so much fun, so much fun. Насобирали камней, нарубим дров, еще можно нарубить. Сори, пацаны, уходил посрать. Go в horror mode. Что за horror mode? Надо, знаете что, надо будет ночью реально поиграть в какой-нибудь horror. Это же так популярно. Знаете что? Нет, я не хочу в амнезию играть, это ну совсем низко. У меня есть просто, по-моему, амнезия какая-то. Я просто все думал, а так ли интересно будет, если я буду тут визжать и прыгать и... Да ну я не буду визжать, тигры не страшные, нихера. Я вообще не помню, когда я последний раз играл в страшную игру. Наверное, это был Resident Evil 3, и топ, потому что я был маленький. Командор, ты играл в Walk to Dead Deadless Catch? Мне понравилось, эмоции дарят. Блин, очень хотел, не поиграл, надо будет поиграть на стриме. Просто я действительно очень ее ждал, и в итоге... Не дождался. То есть дождался, но не поиграл. Обзор не мне дали делать, я там был какими-то другими делами занят и забылось. Scratcher мод для Don't Starve. Не знаю. Знаете, почему? Мне становится жарко на самом деле. О, я могу повеситься. О, мать! Что это? Что это такое? Чувак. О, мать! Чувак! Твали, нигер. Насекомые на самом деле высшая раса, контролирующая мир. Да, в принципе, так и есть. Начинает темнеть, чуваки. Убей его. Я не хочу, мне страшно. Понимаете, мне не нужен хоррор-мод. Мне и так страшно. О, знаете, говоря, очень страшная игра Тук-тук-тук, на самом деле, от тех же Ice Peak Lodge. В ее надо попробовать поиграть. Ну, блин, я кирку сломал, ладно. Надо найти хорошее место, например, около дороги, типа дом у дороги. И там сделать большой лагерь, короче, свой. Примерно где-то вот тут, что ли, не знаю. Light Fire Pit, да. Хорошо. Сколько я знаю, fire pit дольше горит. Safer, more efficient campfire, да. Хорошо. Оружие. Я могу сделать grass suit. Provides a small amount of protection. Хорошо. Вот, немного защиты. Уже эффективно. А, как мне трэп, кстати? Элементарная ловушка делается из палочек и вот этой фигни. У меня что, нет палочек? Куда их все делать-то? Как мне сделать science машин? Мне нужно золото и бревна и камни. Хорошо. С него куча массы. О, нет, только не тук-тук-тук. Ох, начать что ли раздеваться на стриме, как все профессиональные стримеры, которые дрочат на... А, мне телефон говорит, что пора спать. Надо будет послушать его чуть позже. Так, еще ночь-то не наступил, я, может, палочек еще найду. Ну нет, я просто подожду. Можем пока поговорить. О чем мы можем поговорить? Как у вас дела, дорогие друзья?
как жизнь, как бытуха. Кстати, поесть надо. Как тебе Южный парк, палка истины? Я небольшой фанат сериала, но игра мне понравилась. Мне тоже игра очень понравилась. Потому что она практически продолжение сериала. Там был хороший юмор, но не настолько хороший. Понимаете, мне не нравится в последнее время South Park. Он очень скатился от каких-то умных пародий, тонкой иронии до сплошной тупой толстоты. И последний сезон это просто объединение всех этих нехороших вещей, которые мне так в нем не нравятся. Глупый юмор, глупые пародии концентрируются на таких вещах очень, ну просто ярких, выражающих яркую неприязнь или там яркое отвращение, знаете как. Например, была пародия на «Игру престолов», они такие приходят к Джорджу Мартину, а он там всех убивает и думает все время про пенисы, и там они еще поют песню эту «Winner, winner, 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 winner». Это глупо и мерзко. Ну и то, что они там играют свою «Игру престолов», они копируют «Игру престолов», это было тупо. Ну, например, там была хорошая шутка, как Картман все время приходит в сад какого-то чувака, и он там говорит, как он будет всех предавать. Это было забавно, в принципе. И там дед смотрит: «Прекратите приходить мой в сад!» и говорить о том, как вы будете предавать друг друга. Это забавно. Атмосфера стала такой, будто я читаю дневник по выживанию где-то за городом к вечеру. Да, сегодня мы будем выживать, детка. Spear. Use a science machine to build a prototype. It's sleeping. Так разбуди его! Кстати, запили себе. Блин, палочка нужна. Давайте найдем палочку. Соберем ягод, потому что еда заканчивается. Иди сюда, грязный ублюдок! Он меня убьет, по-моему, сейчас. Нет, нахер! Ты говоришь так, как будто South Park когда-то был умным, мне тут написали в личку. South Park хотя бы был смешным раньше. Нифига он не убивается, вы меня обманули. Раньше South Park был смешным, он был хоть каким-то хитрым таким, что ли. Более продуманным. Ну а теперь, ну никуда не годится. Так, тут золото, это похоже на золото. Так, главное, чтобы этот ублюдок меня не заметил. Ну, он вроде не особо агрессивный такой. Как относишься к сериалу «Рыбацып»? Уже говорил на этом стриме. Мне он нравился раньше. Первые несколько сезонов было довольно прикольно. Но что-то дальше мне он не попер. Мне кажется, потому что я не понимаю культурных референсов. А там ведь все построено на американском телевидении. Я многого просто не понимаю. В отличие, например, от Гриффинов, где хоть какая-то есть история, шутки. И только часть от этих референсов к телевидению, Робоцып весь полностью построен на этих отсылках. Поэтому вот так. Но в школе мы по нему дико угорали, когда появилось только-только дважды два у нас, и мы смотрели и радовались. Так, а еще один я не соберу, да? Кстати, я могу Science Machine сделать, очень здорово. Мне надо набить больше ресурсов, мне нужно найти палочки. Где мне найти палочки? С какого сезона South Park начал... О, черт! Какая-то жопа и... А вы говорите, не страшно и стиль плохой. Говорят они. South Park начал скатываться с 10 сезона, я думаю. Уже тогда были серии, первые пародийные серии, которые меня бесили. И тот же где-то, по-моему, в 11 или 12 сезоне был Imagination Land, и он уже был, знаете, такой, смотрите, сколько отсылок, и прикольно, но было не так клёво, как надо было. Красный гриб, палочки.
Чувак, эта игра и так довольно страшная. Еще какие хорроры? Еще мне надо бы дров набить, потому что... Скоро все станет страшно. Мне отканчиваются дрова. Уилсон может просто так на коленке из палок с камнем сделать кирку и топор, но не копье. Because... Да. Потому что геймплей. Ну, кстати, простейшее копье можно было бы все-таки делать и с простыми вещами, да. Прыгай, Portal Time. Нет, спасибо. Я хочу жить. Мне нужно продолжать стрим зачем-то. Зачем я стримлю, чуваки? Объясните мне. Ради того, чтобы вы мне дарили игры, наверное. Да нет, на самом деле мне просто интересно. Мне самому весело. Если бы я не стримил, я бы сейчас, наверное, страдал фигней какой-нибудь. Сидел бы ВКонтакте и жал бы F5 каждую секунду. Может быть, поел бы опять и растолстел бы еще сильнее. А вот дождь — это нехорошо, наверное. Интересно, тут можно простудиться? Самый фиговый мульт — это шоу Кливленда. Наверное, да. Наверное, я с тобой соглашусь. Мне не нравится шоу. Оно не то чтобы очень плохое, но оно довольно дурацкое. Довольно бесполезное. И к тому же выросло абсолютно на пустом месте. Я вообще не понимаю, какого фига это шоу вообще появилось. То есть я могу понять... Блин, что угодно могу понять, но только и не это. Откуда? Зачем? Почему? Не то чтобы Кливленд был кому-то интересен. Кливленд вообще идиотский персонаж. Зачем он существует? Зачем про него сделали отдельный мультфильм? Наверное, они подумали, что как бы если его выгнать из Гриффинов, будет не так грустно всем. Давай хоррор. Обожаю наблюдать за эмоциями людей, играющие в игры, которые вызывают определенные эмоции. Играть в такие игры, не только хоррор. А ты любишь такие? Я не понял, что ты имеешь в виду, короче. Я люблю игры любые. Кроме JRPG. Эта штука — портал. Че, реально портал? Похоже, это была какая-то яма, которая убивает. Командор, смотрел это мультсериал «Школа клонов»? Не смотрел. Это мужицкий дождь, аллилуйя. Как ты относишься к жанру интерактивного кино? Мне очень понравился Фаренгейт, одна из лучших игр, которые я играл. Ну, понимаешь, когда был Фаренгейт, то он был инновационным дичайше, он был клёвым. Heavy Rain тоже был отличным, тоже много вносил нового. А вот с Beyond Two Souls они перегнули палку. И Beyond Two Souls вышел слабеньким, абсолютно не понравился. Всеми известная шутка о том, как надо вставлять прокладку там. Это QTE, как ты вставляешь прокладку. Words like logs, but flatter. А что можно со всем этим делать? Из камней, наверное, смогу стены строить. Кто не рискует, тот не рискует. Абсолютно логично. А что мне теперь нужно? Alchemy Engine. 4 доски, 2 камня, 6 золота. Было бы интереснее смотреть отдельное шоу про Брайана. Вот это действительно, да. Про Брайана было бы прикольное шоу. Но нельзя просто так взять и вытащить Брайана из Family Guy. Брайан... Весь мультфильм сейчас держится на Брайане, по-моему. На Брайане и Стиве. То есть, если, когда они его там убили, это вообще... Ну, то есть, мне было понятно, что они его вернут сразу же, естественно. Я до сих пор надеюсь, что Fable 2 на PC выйдет. Да Fable 2 не особо прикольный, но он хороший, как Fable, и все. Не парься, чувак, немного теряешь. Я прошел на Xbox, и на самом деле игра просто невероятно короткая. Просто до смешного короткая. Вы бы удивились, насколько она короткая. Ее можно пройти часа за 4, если по отдельным квестам не бегать. Магию они добавили? Я, кстати, не видел магию. Надо немного найти еще цветов.
Убийство Брайана ненужный идиотизм. Ну, таким способом они немного привлекли к себе внимание. Кстати, я голодаю. Сожри грибок. Я, похоже, умру. Опять это дерьмо тут гуляет. Цветы меня лечат немного, похоже, да? Так. А, все сломалось. Мне нужны палочки. Нужна еда. Я просто умру скоро, знаете ли. Собирательством особо не проживешь. Нужно какие-то фермы собирать, чтобы где-то что-то отбирать. Какая твоя любимая RPG? Сложно сказать, знаете ли. Ой, я что-то нашел. Много RPG я переиграл в свое время. Наверное, какой-нибудь Котор мне больше всего запомнился. На нем я самые сильные эмоции испытывал. Боксинг. This may control the polarity of the whole universe. О, черт! Оса! Evil flower. Какие злые цветы. Какого хера вообще тут происходит? А я не могу ее сломать, что ли? Отстой. Лол написалось. Если бы я вылечился, я бы мог, наверное, с копьем теперь зафигачить ту огромную штуку с ногами. Жри злые цветы, точно? Ты сейчас не шутишь? Я не буду так быстро покупаться на эти провокации. Было бы еще лучше увидеть шоу про Куагмайра с его гигати-гигати. Гигати-гигати. Как же он говорит? У него очень такой голос. Гигати-гигати. Но у меня не получится, конечно же. Ну, Куагмайр, мне кажется, односторонний персонаж. Про него было бы не так весело смотреть. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не жрать цветы, хочешь сказать? Я не собирался. Мне нужно сундук, на самом деле, построить. Ну вот я набираю всякую фигню, мне нужны палочки на самом деле. Вот, палочки, отлично. И еда, главное, я ж с голоду помираю. Дарк, мне некуда положить бревно, нафиг. Жри. Жри цветы тоже. Не-не-не-не-не. Что же мне делать? Я долго не проживу так, четвертый день всего лишь. А я уже подыхаю. Опять эти индейки грёбаные. У меня есть камешки, где... А, вот опять золото, кстати, это хорошо. Золото мне нравится. Кому не нравится золото? Почему мне все сообщения попадают в твой особый чат? А я не знаю, я никак не контролирую чат. Там можно писать кто угодно и что угодно, мне кажется. Страшно представить, что вдруг сделают отдельное шоу про какого-нибудь персонажа из американского папаши. Да с радостью бы посмотрел. Представьте отдельное шоу про мужика того хиппи, который попал к инопланетянам. Как бы это было прикольно. И, черт, меня начинает шторить у моего персонажа как минимум. Командор, ждешь ли ты SteamOS? Ну жду, наверное. Мне очень интересен в первую очередь геймпад. На остальное как так, фиг с ним. Все-таки то же самое, тот же самый ПК, но мне очень интересен их инновационный геймпад. Любишь ли сложные игры типа серии Souls? Да, Dark Souls люблю, очень люблю. Да и вообще сложные игры я люблю, как вы могли заметить уже. Я вон в Left Trousers играл, сидел. Второй день реально угораю по Left Trousers. Иди сюда, ублюдок грёбаный, анонист, чертов! Нет, ладно. На каком-нибудь инструменте играешь? Я на гитаре учился играть довольно долго, но в итоге ни к чему хорошему это не привело. Ой, господи, долго, вру. Полгода где-то я ходил к учителю. Еще с девушкой занимался с одной. Но вы слышали об этом в видео по PlayStation 2. Вот. Но так я ничему и не научился, то есть.
Я выучил несколько классических произведений, долго дрочил какие-то песни. И вы знаете, мне на самом деле легче было выучить классические произведения, действительно, что-то такое более-менее осмысленное и как бы сложное. А попытался вот это вот брынчать на трех аккордах, но никак не выходит. И на этом все остановилось. Йоу-йоу-йоу, чуваки, чизес, здорово. Когда следующий обзор на мульт? Я сейчас пишу сценарий. Не могу сказать, когда это будет. Завтра у меня не будет времени этим заниматься. Где-то на следующей неделе будет. Мультреволюция такая большая, серьезная. Не знаю, роуп, борс. Давайте сделаем доски. Я сделал доску. Доски очень плохо делаются. Знак. Сундук. Делается из трех досок. Хорошо. Деревянная стена. Мне нужно больше досок. Мне костер будет нечем питать скоро. Катстоун. Еще камень. Еще камень. Папирус. Для того, чтобы писать. Не нужно... Так много всякой фигни, знаете ли. Я даже не ожидаю. Не ожидал, что тут будет столько фигни. Alchemy Machine, кстати, да. Мне нужно больше досок набрать. Я умираю. Я умер. Не знаю от чего. Ну, от голода, видимо. Но у меня не было еды. Очевидно, что я умер от голода. Дрочил песни. Да, я учился там. Знаете, мне очень нравится группа Billy Talent, и я учил несколько их песен. Так ничего и не вышло. Хотя бы намек. Какой мульт? Да я говорил на прошлых стримах, да и вы должны догадываться уже. Если посмотришь дальше, то вдруг сделают отдельное шоу про какой-нибудь Перса из Симпсонов. Но это вряд ли. Помню мульт... А, помню мульт Папирус. Уже есть про Барт. Надо было жрать злые цветы. Блин, я не стал бы жрать злые цветы. Что за фигня? Серьезно, злые цветы жрать. Что это такое? Так, знаете что? На этом заканчивается определенная часть стрима. Ну, вообще, основной стрим сейчас заканчивается. Сейчас я отойду опять на 5 минуточек. А потом я вернусь и буду играть в Морутопию. Если хотите, оставайтесь, но я уже не буду особо париться о стриме, я буду просто играть в игру. Если вам интересно, давайте посидите со мной, мне просто нужно ознакомиться с этой игрой. Вот. Желательно как можно лучше. Так что, если я попрощаюсь с большей частью из вас, но я думаю, кто-то еще останется. Поэтому... Делаем временный перерыв. Also, я перезапущу стрим, чтобы мне потом было проще его заливать. Чтобы отдельным файлом уже шла запись.